контракте окончание работ предусмотрено концом октября, но мы ставили задачу с тем, чтобы основные работы были завершены к 15 числу. Почему? Исходя из погодных условий. Сейчас похолодание, пока погода сухая, есть еще несколько дней, чтобы завершить работу. Мы рассчитываем на то, что подрядчики выполнят обязательства по контракту. То есть это конец октября все-таки.